Ну что, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы воскресить нашего повелителя Саурона, конечно же. Вот так вот, ребятки, я собрал здесь, значит, свой отряд. В общем-то, как вы заказывали, сегодня мы с вами посмотрим на Саурона в своем обличии вместе с колечком. Вот так вот. Смотрите, все так официально. Вот мы передаем, значит, колечко Гардхауру. И давай. Фух, погнали. Смотрим. Да, детка. Саурон прибыл. Тьма наступила. Офигеть, ребята, прям мурашки по коже. Я не знаю. Фух. Ну что, коронация прошла успешно. Вот он сам Саурон, смотрите, а. Красавец какой, а. Красавчик, с колечком. Колечко-то светится. Все прекрасно. Ну что, я думаю, можно начинать штурм. Так, вот, вы можете посмотреть, как я здесь строился. Построился немножечко. Построил башню здесь. Ну, тут все по-простому, в принципе. Ничего такого. Так, да. Также. Ребятки, вы что тут нарушаете? У нас тут коронация так-то идет. Какого хрена вы тут делаете? Ну-ка, отвалите. Какого хрена? Вот так вот. Да, ребятки. Почитал еще ваши комментарии, и оказывается, вот этих вот троллей можно было улучшить до боевых. Можно было их апгрейдить, дать им броню и, в общем-то, одно из трех оружий. Но я решил дать им всем мечи. Почему бы и нет? Тролль с мечом, в общем-то, тоже неплохая штука. Так, ну что, вы видите, да, очень много здесь способностей. Так, давайте смотреть по порядку. Я уже некоторые посмотрел. И начнем мы... Ну, это пассивная способность. Да, вот у нас... Как это? Подождите. Мрак, да, вот у нас власть тьмы, мрак. В общем-то, видите, у всех тут есть лидерство. Видите, все они тут немножечко мигают, значит, у них есть у всех лидерство. Тьма, короче говоря, наступила. Так, далее. Это у нас, конечно же, способность отпугивает всех врагов, которые находятся рядом с Сауроном. Далее смотрим. Мастер кольца. Эта способность дает нам власть над вражескими юнитами. Навсегда. Навсегда можно их захватывать. В принципе, смотрите, обзор довольно-таки большой. Радиус действия, да? Вот, поэтому можно их взять под свой контроль. Смотрим далее. Вот эта способность, я так и не понял, что она нам дает. Так, я пытался тыкать и на фермы. Правда, героев здесь не было у моего врага, у Ривенделла почему-то, он их не стал. Не стал их выпускать. На строителей пытался. В общем-то, так и не понял, что за способность. Вот. И на наших героев она тоже не действует. В общем-то, как-то вот так вот. Далее, значит, это у нас стандартный. Да. Вот так вот у нас тут падает с неба огненный шар. Примерно вот такой вот. Я думаю, вы знаете, да, как он выглядит. В общем-то, как-то вот так. Ну, примерно. Что-то типа того. Вот так вот. Довольно-таки эпично. Что там у нас горит все? Да, ладно. Что нам пускай горит. Смотрим далее. Это у нас, короче говоря, Саурону дается удвоенная скорость и скорость ходьбы и скорость атаки. Видите, он сам по себе сейчас медленный. Очень медленный. Сейчас, значит, когда мы пойдем на штурм, я нажму, и вы посмотрите, как он начнет прям быстро так ходить. Очень полезная способность, если нужно от кого-то там убежать, или, например, быстро там ворваться, да? Или же... Хотя, зачем Саурону убегать, по идее? Правильно? Он же у нас мощь, просто, не знаю, любого порвет. Скорее всего, это чтобы там всем навалять. Потому что скорость атаки у него тоже увеличивается. А Саурон, да, смотрите, здоровье у него 4200 и урон в ближнем бою 1350. Неплохо, согласитесь. Совсем не дурно. Так, да сколько можно, а? Какого хрена, ублюдки? Так, ладно, смотрим далее. Катапульты здесь у меня занимаются этим делом, на всякий случай. Так, далее смотрим.
Так, подождите. Вот так вот еще. Сейчас появится способность. Вот, появились, смотрите, у нас способности. Коррупция. Это у нас способность дает... Делает она то, что наши враги начинают биться друг с другом. В общем-то, фигарят друг друга по щам. В общем-то, как-то вот так, да? Какого хрена? Да, фигарят друг друга по щам. И тем самым уничтожая друг друга. Так, эта способность у нас призывает такую крепость. Я думаю, вы уже видели, когда я обозревал Мордор целиком. Я думаю, что вы заметили это дело. Поэтому, ну, сейчас посмотрим. Кто не видел, можете посмотреть еще раз. Так, а вот это вот я не смотрел еще. Это я не успел посмотреть, не знаю, что это такое. 50% чего-то здесь дается, короче говоря. Судя по всему, Саурону. Так, ну чё, погнали, наверное, в атаку, да? Посмотрим, как это будет смотреться вообще. Готовы, ребятки? Так, да-да-да, ты уже готов там, да, вовсю? Сейчас пойдем. Так, Готмак. Давай. Что-то там пытается кряхтеть, но его не слышно нифига. Готовы? Давай, погнали. Да, боевой тролль это, конечно, мощь. Просто мощь. Ничего не скажешь, красавцы. Так, тогда я сразу беру катапульты, давайте. Все вместе. Идем в атаку. Последняя битва. Последняя битва. Так, да, что-то у нас враг совсем успокоился, уже даже не идет в атаку. Видимо, он уже увидел мою армию и просто подохерел. Сказал, не хуахуа. Ну-ка, я лучше никуда не пойду, лучше буду стоять на базе и... Ну его нахрен. С ним связываться, это... Небезопасно. Так, да, вот у нас вот всадники пытаются разбираться. Первые вошли... Пошли в бой, да? Так, и сейчас я еще призову Саурона. Мне как раз сейчас накопится 25 очков. Да, тролли красавцы. Красавцы. Фух. Так, Саурон. Мне нужен Саурон. Вот он. Значит, смотрите, что мы делаем. Нажимаем вот на это дело. Давай, давай, давай. Смотрим на Саурона. Вот, смотрите. Саурон в ярости. Видите, у него ускорился шаг. Стал он намного быстрее. О, жесть. Красота. И также он стал атаковать. Два раза быстрее где-то. Примерно. Так, ну здесь я врагов не наблюдаю, поэтому пойдем, я думаю, так сейчас. Да, в принципе, Саурон может вообще всех развалять. В одного просто. Так, далее смотрим. Смотрим вот на это дело. Опачки. А? Красота. Красота. Охереть. Просто пол хп крепости. Пол хп. Так, вот. Та самая крепость. Я думаю, вы уже ее видели. Тут можно призвать такого чувака. Так, видите? Способность у нас прошла, и Саурон стал атаковать намного, намного медленнее. Да, где-то в два раза стал медленнее. Так, эта штука у нас отпугивает. Так, чувак, успокойся. Подожди, не нужно этого делать. Я еще не закончил. Так. Нифига он быстрый. Тихо, чувак. Тихо, давай-ка отойди немножко. Так, далее смотрим. Так, ну врагов я здесь... Врагов здесь уже нету. Чувак, отойди, пожалуйста. Не нужно тут ничего ломать. Да, врагов здесь нету, поэтому эту способность сейчас я показать не смогу. Были бы враги рядом, я бы показал. Они пришли бы под мой контроль. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Саурон. Тихо-тихо. Так, ну это то же самое. Наши враги начинают фигарить друг друга. Давать по щам. Да, офигеть, конечно. Саурон вообще мощь. Очень сильный. Так, вот это что такое, я так и не понял. Давайте-ка посмотрим. Что это такое вообще? А, скорее всего, он у нас подхилился, я так думаю. Скорее всего, да. Хопочки. Ну что, ребят, заканчиваем. Как-то, в общем-то, вот так вот. Такой вот у нас вышел Саурон. Очень сильный герой. В принципе, чему удивляться, да?
Он и должен быть сильным сам по себе. Это же Саурон. Благодаря нему тут Фродо унес кольцо. Фух. Жесть, конечно, жесть. Вот это да. Так, и сейчас для эпика я еще призову Балрога. Давай. Охеренчик. Вот это да. Красота. Баба, орки все разлетелись. Кто куда? Ребятки, вставайте. Офигеть. Просто, блин, как семечки разлетелись. Жесть. Это жесть. Фу. Вот такой вот, ребятки, у нас Саурон. В принципе, я доволен им. Очень хорошо его проработали. Дали очень много способностей. Просто мощь, ребятки. Сломает любого. Красавец. Просто красавец. Фух. Да, красота. Красота. Вот такой вот у нас Саурон. Так, игрушка. Все, все в порядке, все нормально. Она, наверное, охерела от такой битвы, от такой бойни, от Саурона. Фух. Да, ребятки. В общем-то, посмотрели мы с вами на Саурона. Я думаю, вам понравилось. Если же вам понравился Саурон, ставьте пальцы вверх. И, конечно же, подписывайтесь на канал. С вами был я, Игорёха. Услышимся в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.